Всем привет! Готовим эксклюзивные предновогодние подарки. Собираем первый комплект. Infinity Dragon. Очень интересном зеленом цвете. В подобном цвете мы уже собирали бы этот проект. Это у нас обновление покраски. Краска от Air Master. Спасибо большое ребятам за оперативность и за предоставление качественной краски. Это микс, но всю красоту он показывает на улице при солнце. Но даже здесь видно, насколько ядовитый, приятный такой темный зеленый цвет, который на солнце загорается очень, очень агрессивно. Но в любом случае по готовности будут и видео, и фотографии, все вам покажем. С этой стороны у нас стоит второй претендент. Также полное переоборудование. Установка рестайлинг комплекта Draco. И полная перекраска. Кстати, кто угадает, какой цвет будет для этого проекта? Ожидаем еще две машины. Они, скорее всего, будут в заводских цветах. Диск из зеленого дракона. Будем восстанавливать, полностью перекрашивать. Тоже будет интересный цвет. Комбинация с элементами на кузове. То есть на кузове будут также элементы, окрашенные в цвет дисков. А это Porsche Venom, точнее, Porsche 911 кабриолет. На него устанавливаем рестайлинг комплект Venom с небольшими доработками, так как это у нас не Turbo S, нам пришлось делать адаптацию и разработку новых расширителей. Разница с Turbo S даже по крылу налицо. Вы видите, как выступает диск, как выступает шина. Машина с Америки приехала в Ставрополь. Если знаете, есть очень крутой контент Олег в кайф, Инстаграм у него есть, заходите, я как раз ссылку оставлю. Именно он пригнал нам автомобиль после легкой аварии. Уже восстановили все и, соответственно, устанавливаем наш комплект Venom, и будет Venom кабриолет. Очень интересно, как в итоге все выйдет, как соберем его, как он будет выглядеть с открытой крышей. Ну и опять же вопрос по цвету. Здесь планируется замена цвета, заводской цвет черный. Как думаете, какой будет цвет? Какой бы вообще цвет подошел этому проекту и в принципе Porsche лучше всего? В общем, не переключайтесь. Если не подписаны на канал, однозначно подписывайтесь. Скоро покажем все проекты в сборе. Возможно, покажем какие-то процессы. И также будет скоро новое видео с одним из новых наших проектов. На базе AMG GT 63S, проект Diamant GT. На YouTube канале его еще не было, в Инстаграме мы уже делились. Кстати, не забудьте подписаться и на Инстаграм, ссылка будет в описании. Но на YouTube мы еще не делились этим проектом. Покажем вам первое видео, видеообзор очень легкое, и собираемся подготовить очень интересное художественное видео для этого проекта. В общем, всем до скорого. Еще раз повторюсь, не забудьте подписаться. Будем делиться с вами все чаще и чаще нашими крутыми проектами.